стражи, патруль отцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делаете, кого ищете? Мы следим за безопасностью детей, следим, чтобы никто не нарушал их права, и, естественно, чтобы дети сами не нарушали права других детей. Вот так дружно отцовский патруль будет обследовать самые злачные уголки города. У Ивана Никушкина есть и дети, и внуки. Он уверен, такая работа просто необходима, чтобы всем жилось лучше и безопаснее. У нас сейчас много появляется всяких разных людей, у которых неадекватная реакция, всяких опасностей много. Что здесь стараюсь помогать во всем. Помимо патрулирования улиц, в вечернее время совет отцов планирует проводить самые разные мероприятия. На встречах обсуждают насущные проблемы современной семьи, такие как воспитание детей, рост числа разводов и неуплата алиментов. Присоединиться к совету отцов могут все желающие, но кандидаты должны иметь определенные качества. Неравнодушный, заботливый, обеспокоенным тем, что происходит с нашими детьми, который хочет быть наставником детей, который хочет участвовать в отцовском патруле и делать множество добрых дел. Например, от состояния детских игровых площадок и до занятий спортом, увлечения детей каким-то интересным делом. Совет отцов работает при уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области. И несмотря на то, что он появился всего несколько месяцев назад, уже были намечены серьезные планы на будущее, главная цель которых – защита интересов детей. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».